Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и мы сейчас быстренько пробежимся по Тейкену первому, и у нас следующий персонаж Лоу, и Лау, как-то он так звучит. Так, Ишимиса наш первый противник. Ну, короче, это Джеки Чан наш. Такой вот есть захват с броском. Ну, как с броском, с ударом по голове. Не надо этого делать. Так, у него еще должен быть какой-то бросок. Он же захват. Ну, хватит меня ногами своим пинать. KO. Так, Ишимицу пошел. Уходит. С боевой площадки. Да я, кстати, наверное, на низком уровне сложности. Так, вот это. А, это он... Типа взбегает по противнику, так. Хдыщ, всем своим весом прыгает на оппонента. На тебе. Хорош. Уходит отдыхать. Да, Казуя. На тебе по голове, Казуя. Что-то я, наверное, погорячился с низким уровнем сложности. Ладно, в следующий раз, если не забуду, приподниму. Ой, ты зачем это делаешь? Да просто я тогда первый раз, когда играл, вообще была слишком длинная серия получилась. Меня постоянно избивали. Но тоже не особо прикольно в этом деле участвовать. Если честно. Фиджи. Так, длинноногая должна быть не очень удобная. С этими своими длинными руками и кулаками. Не тебе. Хыч. Ну, можно и получить. Иногда можно и очень сильно получить. Ой, ничего себе. Ты хочешь получить страдания? На тебе. Мы тоже что-то знаем и умеем. Так, ух ты ж! Нет, это вообще нормально. Он же нам ни следа живого не оставил. Вставай давай! Не тебе. Ой, больно. Он мне раз кулаком ударил, хп выбил больше, чем я его два раза ногой заехал. Зачем я вот это прыгал на него, непонятно вообще. Так, два раза проиграл. Что за дела? Ух ты ж, какой. Ты железяк, я все равно прыгнул, зачем опять прыгаю? Да уж. Познай боль. Ой. Лбами стукнулись. Да ладно, он такой прям быстрый. Yeah.
Клоу, побеждай. Хорош. Брюс Ли, как он есть. Нино. Неудобная противница, по-моему, она вообще для всех неудобна. Что я делаю? Ну, не надо ей проигрывать. Она вот это не отпускает. Комбами своими. Пользуется моей неопытностью. Еще и бросает. Да уж, по-моему, с уровнем то, что надо. Я не ошибся. Да ну, как так-то? Говорит, ты лузер. Только хотел сказать, что благо я физически сильнее, мои удары, типа, больше урона наносят. Как тут же пожалел о своем длинном языке. Хорош. Ну, можно и так. Гыш. Так, Пауль. Мы, по-моему, с тобой тренировались вместе. Ну, в этом. В каком-то из видеороликов. По-моему, в третьей части. Но это опять же таки не то, что я могу. Я к тому, что не надо меня побеждать. Дай мне пройти дальше. Иначе буду обижать тебя. Ты какой резвый. Хорош. Мне иногда кажется, что мой персонаж слишком долго поднимается. Как-то они порезвее это делают. Это что за... Китайцы. Китайский тренер. Китайский тренер, не надо меня избивать. Я бил ногой, он... Куда он это достал? Ладно. Final round. Можно и так. Раз другого выхода нету. You win. Вонг. Ха-ха-ха, хихачи. Небось финальный. Ух ты ж. Грозный. За два апперкота, до свидания. Без сентиментов. А, тут за три, окей. Получил свою порцию. Любовных утех. Что происходит? Не, ну понятно, финальный, все равно должно быть какой-то.
Хоть какое-то, хоть что-то. Вставай давай. Лежи ты и лежит. О, то себе и о. Ах, забыл. Что там два удара. Да вставай давай. Броска твоего только не хватало за захват. Не достал ногой. Лишился шеи. Да ну что ты делаешь? Да он так ответил на мою попытку захвата. Фу. Противник какой. Да хватит захватывать. Захватист. Опять забыл. Опять забыл, что там двойной удар. Буду на опережение играть. Оп. Не начинай комбинации свои. Что-то у меня не получается так подойти и безнаказанно схватить. Зря он так со мной. Я опять забыл. Пропускаешь, кстати. Хорош. Ах, ты ж негодяй такой. Я практически нашел к тебе ключ. Ну не делай вот этих. Да понятно же тут все. Можешь заканчивать. Почему? Почему не дает меня схватить? Без слов. Просто без слов. Давай, чуть-чуть. Чуть-чуть. Хорош. Ну пропускай она туда, я не виноват. Да-да. Бывает и такое. Куда побежал? Негодяй такой. Типа показал как надо, да, пацанам? Ладно, ребята, всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.